Часто, очень часто женщину останавливает только боязнь огласки. Какая женщина не поддалась бы мимолетному влечению, если б только ее не пугала возможность поплатиться за краткими счастья, горькими слезами и неизгладимым позором? Ги де Мопассан. Любовные авантюры. В понедельник на НТВ. Если я умру, прости за все плохое, что я тебе сделал. А если не умру, прости за все плохое, что я тебе еще сделаю. Последний фильм великого Боба Фосса. «Весь этот джаз». Сегодня в 23:40 на НТВ. Господа, шоу начинается. Стелла Артуа представляет «Избранное». Отворилась входная дверь, и в зал ввалился огромный, совершенно голый тип. Все разинули от изумления рты. Парень же невозмутимо двигался между столиками, не обращая ни малейшего внимания на людей. Мне нужна твоя одежда, ботинки и твой мотоцикл. Роберт сощурился, оглянулся на своих дружков. Он сделал глубокую затяжку, затем повернулся к незнакомцу. Ты забыл сказать «пожалуйста». «Терминатор 2. Судный день» в рубрике «Стелла Артуа. Избранная». Воскресенье в 19:40 на НТВ.